на 83-м году ушел из жизни советский российский режиссер Виктор Макаров, снявший фильм «Берегите женщин». Виктор Макаров родился в 1937 году в Ленинграде в семье музыкантов, но по стопам родителей не пошел, поступив учиться в ГИТИС. После его окончания Виктор Макаров был руководителем музыкальных театров в Новосибирске и Саратове, но самым большим творческим периодом была работа в музыкальной редакции Ленинградского телевидения, где он придумал и снял детективный сериал «Уикенд с детективом», который состоял из самостоятельных криминальных историй. В 1981 году он снял фильм «Берегите женщин», который принес популярность малоизвестному тогда Юрию Антонову, чья музыка звучит в картине. Команде привести себя в порядок. А в котором часу должен быть готов я? Вы не знаю. А ужин должен быть готов к 19:00. Кроме того, зрители хорошо помнят его по телевизионным фильмам, таким, например, как «Осечка» по фантастической повести Кира Булычева. Мечтой режиссера оставалась театральная постановка оперы «Золотой петушок», но состояние здоровья не позволило осуществить эти планы. Прощание с Виктором Макаровым пройдет в субботу, 3 октября. Светлая память режиссеру и соболезнования родным и близким.